Привет, друзья! Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Тема сегодняшней нашей передачи будет охранная деятельность собаки, команда ФАС, электроошейники, амуниция, строгая амуниция дрессировочная. Я не знаю, я раз, наверное, уже в 15-й, в 16-й, ну в 10-й точно раз всем начинаю объяснять, что мой канал существует не для того, чтобы научить вас какой-то агрессии, чтобы вы научили собаку какой-то агрессии. А также мой канал против всяческого насилия над животными. То есть такие виды амуниции, как строгие ошейники, не дай бог электроошейники, шокеры всевозможные, понимаете? Ребята, если вы хотите получить консультацию именно по этим видам амуниции, то вы обратились не к тому человеку. А мой канал существует именно в тех целях. Я вам показываю на своем примере, каким образом добиться от собаки того или иного вида поведения, не прибегая вот к таким вот, скажем, репрессивным методом дрессировки. И вообще на будущее всем абсолютно я не позиционирую себя как дрессировщик и не позиционирую себя, что я учу каким-то командам. Понимаете, дело в том, что мой канал и вот те вот, скажем, команды, которые я показываю, каким образом можно научить там дай там команду, голос команду, да, там сидеть, лежать и так далее. Я просто вам даю направление к размышлению, то есть говорю вам о том, что все собаки, вот сейчас большими буквами, все собаки индивидуальные, так же как и люди, и какой-то среднестатистический подход, например, как научить собаку команде какой-то, вы можете почерпнуть в интернете, а я вам даю лишь направление, то есть я прошу и хочу, чтобы мои зрители научились думать. То есть, что я этим хочу сказать? Вот если, например, команду «Голос», вот я показывал, там, что я привязываю собачку к дереву, значит, пытаюсь раздразнить ее, и таким образом она начинает гавкать. Но там я палочки показываю или ухожу, например. Вы можете не привязывать, если у вас собачка индивидуально, например, ну, немножко по-другому воспринимает все это. Вы можете каким-то лакомством. То есть, понимаете, все мои передачи – это лишь направление для вашей фантазии. Поэтому, друзья мои, что касается охранной территории, команды ФАС, вот этих негуманных способов дрессировки, прошу вас ко мне не обращаться с подобными вопросами. И еще раз хочу подчеркнуть то, что мой канал – это лишь направление для вашей фантазии. То есть я хочу вам сказать, что собаки все индивидуальны. И вот как вот, например, на такого, Костя, по-моему, ты мне про электроошейники, про модели спрашивал. Как вот, видишь, лабрадор, да? Ну, я вот себе не представляю, например, как вот на нее можно одеть какой-то шокер, да, если она там начинает что-то делать не так, нажимать кнопку и делать ей больно. Ну как? Это же невозможно. Поэтому, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Запомните, самый главный принцип дрессировщика, любого абсолютно дрессировщика, это хорошее мы поощряем, а плохое мы не замечаем. И никаких электроошейников, и никакой агрессии. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо всем.